Так, всем привіт. Хотів сьогодні трохи побалакати за натяжку ципка, як правильно її натягувати. Те, що знаю, то й розкажу вам. Во-первых, если вы натягиваете цепок без веса, если нема пассажира веса сверху мотоцикла, то минимум нужна натяжка, свободный ход цепи должен быть минимум 3 сантиметра. Сейчас покажу, как это делается. Вам нужно иметь с собой рулетку, упираем ее об землю. И робим такие движения. Вот эти точки сравниваем с рулеткой. И замеряем разницу. Трошки вниз натягиваем. Вот 29,5 по точкам дивимся. И вверх. И у вас такой ход должен быть минимум 3 сантиметра. Так, 29,5. И 32,5. Имеем 3 сантиметра. Проверяем примерно посередине довжины цепка. Вот. Общая длина цепка примерно 60 сантиметров, то есть отступаем 30 сантиметров от ведущей звездочки или от ведомой, и середина здесь получается вот возле передка колеса. Вот это здесь середина цепка. Тут и нужно измерять свободный ход цепка, ну примерно плюс-минус. Вот я упираю об землю рулетку, трошки вниз натягиваю, 29 и вверх потом натягиваю трошки, 32. В итоге получаем свободный ход 3 сантиметра. Це без учета, без веса. Вообще по правилам цепок натягивается под нагрузкой. То есть садите пассажира без центральной подножки, садите пассажира сюда, чтобы он максимально придавил, чтобы маятник зіграв. И уже настраиваете там. Там уже можно не 3 сантиметра с весом, а допустим там 2 сантиметра. Если вы посадите 2 людини без подножек, то можно и натянуть 1 сантиметр. Ну если с одним человеком, то 2 сантиметра свободный ход. Ну а если без пассажиров, то минимум, самый минимум 3 сантиметра у вас должно быть свободного ходу цепка. Еще раз. Вот я впираю в землю и проверяю. Раз 29 32, с невеликим усилием натягиваете, с невеликим. Ориентируйтесь по этим точкам, меряете по ним.
трошки вниз не тягнули. І з невеликим усиленням вверх. Зараз подивимося, що буде, якщо посадити на заднє сидіння чоловіка, то скільки уйде свободного ходу. Зараз 3 см. Зараз попрошу батька, щоб він сів на заднє сидіння і подивимося, наскільки він натягнеться. Так, батько посадив на мотоцикл. Він сів на заднє сидіння максимально. Ножки всі відкинуті, центральні і бокові. І міряємо різницю тепер з весом. І так. Так. 24. 26. Тобто сантиметр уйшов з весом одного чоловіка. 24. 26. То есть, знаете, если с весом один человек, сантиметр натягивается, как минимум. А если еще одного посадить, то, возможно, еще натянется. И останется один сантиметр с двумя человеками. Делаем вывод, что без нагрузки минимальная натяжка должна быть 3 сантиметра, не меньше. Не 1 сантиметр, не 2, а іменно 3 мінімум. І так, підписник спрашував насчет количества звеньев. Два рази пересчитав 120 звеньев. Хоча на сайті Motocom там 126 звеньев продається. Під модель CTR-200. Ну, повторюсь, два рази пересчитав, 120 дзвінів. Лефан CTR-200. На сьогодні все. Всім пока.